Детский оздоровительный лагерь «Спутник». В летние каникулы ожидают около 1000 ребят. И этот отдых не будет скучным, говорят вожатые. Каждый день ребят ждут праздники, конкурсы, фестивали. В лагере не только интересно и комфортно, но и безопасно. Наш корреспондент побывал в «Спутнике». Лагерь находится в живописном и экологически чистом месте у подножия горы. Охраняемая территория, уютные корпуса, медпункт и большая светлая столовая, где кормят полезно и вкусно. Детям в лагере очень нравится, говорит одна из мам. Замечательный лагерь, отличный коллектив, лагерь с богатой историей. И сама, будучи ребенком, не единожды отдыхала здесь. Теперь здесь отдыхает в «Спутнике» моя дочь. Все очень нравится, ребенок отдыхом очень доволен. «Спутник» удивляет новыми праздниками. Каждую смену интеллектуально игры, джентльмен-шоу, мисс Спутник, шоу «Голос», танцы в спутнике, а также спортивные игры и тематические вечеринки, что делают отдых еще более разнообразным и интересным. В этом лагере отдыхаю уже не первый раз. В этом лагере меня все устраивает, особенно дискотеки и очень веселые мероприятия. Больше всего мне здесь нравятся мероприятия, очень серьезная подготовка к ним, и постоянно в отряде происходит смешные случаи. Еда очень вкусная, и сколько ездят, 4 раза, все эти разы очень вкусно кормят. В лагере работают кружки по направлениям. Например, радиосвязь, где можно стать радиоведущим, рукоделие, а также мастер-классы по прическам и стилю. Каждый может найти для себя интересные занятия. В этом году будет работать 9 корпусов, и в большей половине из них есть отопление, горячая, холодная вода и все удобства. Первую смену в лагере 6 отрядов, примерно по 30 человек. За детьми присматривают 1 педагог и 2 вожатых, прошедших профессиональную подготовку. Зарема Фридман, Владислав Щетинин, Стерлитамак, служба новостей.